Так, 25 часов. Здесь у меня... Подожди, здесь у меня картошка растет, да. Так, ребят, всем привет. Продолжаем играть жизнь фермера Казимира. В общем, сейчас хочу починить трактор. Пока починить, подцепить телегу, подогнать к сараю и загрузить овощами. А на следующий день мы уже поедем продавать, потому что сейчас время уже 10:35, пока я это сейчас все сделаю. Наверное, не успею. Ну, посмотрим. По поводу капусты, которую я посадил, получается, в июле, да? А картошку в августе я, по-моему, посадил. Или все в июле посадил. В общем, не помню уже. В общем, суть в том, что до октября спокойно можно выращивать. То есть это означает, что весной, май, июнь, июль я спокойно могу сажать и смогу засеять в 3 раза больше территории, обработать и посадить. Самое главное, чтобы семян хватило. Так, водички попить. Животных, ну, лошади есть. Курам добавить надо. Курам добавить надо. Так, мотыгу, тяпку эту убрать. Капкан надо сходить поставить. Ключ берем. И все, что нужно для починки трактора. Колесо, руль, все дела. И давайте я пока мимо сейчас буду идти, я насыплю куром. Сразу сыпанем им. Вот все, что есть, нужно будет, кстати, покупать. Берем ключик и идем чинить трактор. Приступаем. А подожди-ка, вот фары-то есть или... Или это то, что осталось от него? Непонятно, есть или нет. Вот что-то фары-то есть, да? Это же фары? Или что это такое? Ну это фары? Да? Да. Но они почему-то не работают. Я все думал, где фары? Готов. Ну понятно, он сейчас как всегда поедет куда-то. Так. Нужно ключик сюда. Что я хотел? Ага, я хотел топливо. Вот, давайте заправим. Сколько я смогу? Ой, туда не надо, там 20 влезает. Ровно 20-ка влезает. Прям по головам, по курицам пробежал. Заправляем. Отлично. Заводим. Куры все побежали. Лошадь тоже. Так, а вот калиточку-то нужно сейчас это. Нет, давай лучше в другую сторону. Вот так вот. Во, побольше, чтобы не мешало ничего. Потому что я сейчас сюда буду загонять прицеп этот. Запряг, все, вот так. Прямо тут сейчас разворачиваемся и загоняем телегу в огород. Сейчас ее нужно будет полностью загрузить. Так, давайте я, знаете, вот с этой стороны заеду, как раз развернусь возле сарая. Так, надо поярче будет сделать сейчас. Стой, стой, стой. Чуть-чуть поярче просто сделал. Так, заводим. Стой, назад. Назад, говорю. Ох, как же непривычно иногда. Это ж просто жесть. Стоп.
Время уже второй час. Я говорю, пока то все, пока я буду грузиться, время уже будет. Очень много пройдет. Так, ножовку, топор пока выкидываю. Капуста, она тяжелая. Да. 70 кочанов взял и уже идти невозможно. Так, грузимся. Капусточкой. Оп. Картошку я оставлю. Картошка мне пригодится на следующий год. Я покупал, по-моему, 100 картошин, да, вроде бы. И сейчас у меня их 400 с лишним. То есть, представляете, сколько я урожай собрал. И если это все посадить, все 400 картошин, то я даже боюсь представить, какой там урожай будет. Дальше. Горошек. Забираем. Морковь. Забираем. И все, картошку я оставляю. Яблоки, сейчас будет осень, скоро, да, уже вот. Яблоки пойдет на самогон, потому что нужно будет самогонный аппарат купить и заниматься самогоном. Так, горох. Горох сюда. И морковка. Два. Вот так, все, ну нормально, нормально. Можно, кстати, будет сходить еще... А, я хотел капканы проверить. Капканы проверить. Он шарик идет. Капканы проверить. То вода уже в колодце уже какая-то грязная. Вот, с виду-то. По-моему, в пруду и то чище. Так, вот это для капканов нужно взять. И... Дайте вот пару капуст. И, может быть, вот картошин... Кину вот эти, которые у меня были именно в доме. Я шарику добавлю. Так, шарик, иди. Оп. А, это нет, и капусты. Все, это шарику. Пускай кушает. Время 4 час уже. Вот так, время летит. Нужно будет, кстати, еды приготовить. Давайте кофейку чуть-чуть бахнем. Так, ну-ка. Ой, стой. Давай вперед. Что-то он тут как-то стоит немножечко. Сколько там вообще? Может быть даже... Ну нормально, ладно. Идем смотреть. Капканы надо поставить и положить туда приманку. Пока не стемнело, тем более туман, сейчас, скорее всего, дождик будет, какой-то туман прямо. Курица, а, это из-за трактора она выскочила за пределы. Ну-ка. Так, тут заряжено, давайте добавим туда приманочку, вот это яблочко. Вот. Есть. Сюда. То же самое. И сейчас линту. Вот здесь поставим еще один капкан. Так, заряжаем. Стоп. Да что ж ты? Не то нажал. Добавить приманку. Вот так. Отлично. Вот этот мусор нужно отсюда убрать. Этот хлам. Он здесь явно лишний. Расчищаем лес. Вот это тоже забираем отсюда. Так, смогу с собой взять. Ну, в принципе, да, смогу еще вот этот забрать и дойду. А уже завтра мы повезем и хлам вот этот я повезу, и продавать урожай на рынок. И оттуда уже проеду к Федору. К Федору нужно будет... А, оттуда я не проеду к Федору, я вернусь по дороге уже, да. Или через поле поеду. Нужно будет, кстати, солярой заехать, заправиться. Все равно, да. Вот здесь проеду через поле, может быть, даже.
Или по дороге. Ну, что вы здесь гуляете? Идите туда. Ну-ка, брысь. Давайте тоже загрузим сюда, поместится вот сюда, если я положу 15. Да вот так сейчас бросим, да и все, что я тут парюсь. Вот так, и она сейчас как раз нормально упадет. Во! Все. Пускай лежит. Вот этот, кстати, можно... Во! Нормально. По феншую. Все. Сейчас уже вечер, уже никуда не поеду, нет смысла, фар нету, все равно в темноте там ездить, это просто бессмыслица. Так, прямо так слепит, может быть в стороночку его убрать. Может его здесь поставить. Ну-ка, вот если я захожу, но он в углу, да, пускай. Или может быть его на окно поставить. Если его поставить на окно, можно или нет, вопрос. И заодно часть улицы будет. Во, да, не так слепит. И заодно часть улицы будет освещать. Пускай так. Так, значит, яйцо сварить. Далее. Ой. Яйцо сварить, не то нажал. Кофе. И чайку. А, и рыбки. Или мяса. Давайте мяса пожарить. Это на завтра. Завтрак, обед. И водички сейчас нужно будет... принести, чтобы полная была. А корову, наверное, возьму уже, ну, следующей весной. Вот весной возьму. Уже все. Так, сколько время? 8 вечера. Еще пока рано спать идти. А у меня, кстати, тут вода-то есть. Сейчас добавляем. Вот, и я еще принесу. Так, главное, чтобы поросенок у меня это ночью телегу никуда не сдвинул. Все, пускай здесь стоит. Кстати, проверить это в курятнике. Урожай собрать куриный. Все, отлично. О, кстати, часть яиц можно будет продать тоже завтра. Даже можно сейчас вот их перетащить, чтобы не забыть. Сколько там? 187. 150 так вот возьму. Даже можно... Ох, ничего себе они весят. 15, если возьму, нормально, нормально. 170 яиц продам. Куда мне столько? Что, я солить, что ли? Время 9. Ладно, идем спать. В принципе, делать больше нечего. Все сделано. До 6 утра, потому что, ну, до начала 7 надо сейчас сразу в лес сбегать. Проверить. А, у нас же сейчас сентябрь, можно и яблоки уже собирать, да? Яблоки пойдут все равно на самогон. Так. Водички попить с утра. Прицеп на месте, да. Кстати, сейчас, наверное, можно будет собрать урожай. Ну-ка, капусточку-то проверить. Капусту можно будет скормить сразу эту.
А, нет, еще 5 часов. Самое главное не прозевать. Здесь 24. Ну, вот видите, сейчас сентябрь, а картошка будет в октябре только поспеет. Если ничего не будет, все нормально. Траву, кстати, нужно будет всю убрать, чтобы ничего не испортилось. Так, а что я с собой сейчас столько яиц-то взял? А если я их здесь положу, как это будет выглядеть? Вдруг просто там это... Во, два мешка яиц. Нормально. Яйца в мешках. Не в ящиках каких-нибудь, да. Все в мешках, здесь все в мешках. Идем проверять. Просто если там сейчас какой-нибудь кабанчик попался, да, я просто не унесу его. Ну, я имею в виду, если бы и со мной еще вот эти два мешка с яйцами бы. О, ребят, кабан попался. Кабан попался, видите? Вот он, красавчик. Так. Кто-то хрюкал как будто, или тут еще где-то. У меня нету приманки при себе. Ладно, заряжаем без приманки, на удачу, как говорится. А там, кстати, еще шифер есть. Можно будет шифер потом тоже отсюда вывести из леса-то. Да. Где-то кабан. Я потому что слышу, он хрюкает. Подними. Поднял. Это заряжаем. Сколько он там? Ну, в принципе, могу двух... А, вон он стоит. А у меня нечем его грохнуть-то. Я бы топором бы сейчас его шандарахнул. Вот он, смотрите, сейчас бы можно было его... Кабанчик. Да, топора нету при себе. Сейчас бы это можно было топором и нормально было бы. Так, а где третий-то? Вот где-то здесь я ставил. Вот он. Он заряжен нормально. Давайте положим добычу. Приманку. Грибы можно? Грибы можно? Ну-ка. Да, все. А сюда можно, допустим, малину положить? Ну, к примеру, я просто... Не, хотя она в банках, она вряд ли положится. Можно малину положить даже. Так, а кусок мяса? Блин, не, мясо жалко. Давайте кусок хлеба положим. Вот. Мясо-то жалко положить. А хлеб не жалко, пускай лежит. Отлично. Кабана несем. Может, я смогу это закрыть задание? Я же кабана поймал. Я брал задание или нет? Так, готовить легко. Но нужно будет это. Блин, закройся. О. Нужно будет кабанчик, это я должен привести этому, да? Торговцу мяса. Так, а сколько время-то? 9 утра. 9 утра. Все, надо ехать. Сейчас травы еще возьму. Вот эту вот. Тоже продадим. Прям вот можно даже вот этой собрать. По полной. Я же все равно на тракторе. Два часа. Не прозевать бы этот момент. Я все равно должен только туда и обратно. Поехали. Вторая. Третья. Третью скорость. Несемся туда. Так, здесь можно сбавить чуть-чуть газку-то. Там на месте все. Да, виляет его, конечно, таскает его нехило. Тихо, тихо, тихо.
стоит начинать вилять прям рулем, крутить туда-сюда, и все, и начинается приключение, таскать начинает. Так, эти сейчас, наверное, разбегутся или нет? Вот мне это интересно. Пока я не понял, разбежались они, нет? Но я специально чуть пораньше, нет, они вроде на месте стоят. Это хорошо. Стой! Так, во-первых, давайте я сначала продам траву, которая у меня при себе, да? Держи. Оп. По поводу кабана. Ну-ка, я же ему кабана, да, вроде как бы. А, свежее мясо. Ну, кабан свежий был. Ладно, я его тогда разделаю и продам потом шкуру. Так. Тогда кабана надо пока здесь где-нибудь положить. Пускай лежит. Значит, сначала металл, вот этот хлам, продаем. Так, последний. Сюда. Ага. Да, вот висит, вот когда они уже исправят, ну как-то не очень смотрится все это дело. Так, горошек весь сюда, морковь тоже сюда, она весит не очень много, их можно вот так. Торгуем. 2000 почти, ничего себе, я моркови на 2000 продал. Горошек 1200, вот это да, вот это хорошо. Дальше капуста, самое интересное. Два мешка капусты сейчас сразу. 50 кочанов. Ну-ка, держи. 750. И еще тут два раза почти по столько же. А это я еще картошку не беру в расчет. И плюс при этом я еще не все посадил, да? У меня же там оставались гороху тоже сколько, я еще не весь посадил. И, по-моему, еще капусту я не всю сажал. Так, 675. И так бы у меня было бы намного больше бы. Намного больше бы. Держи. Еще на 690. Итого у меня сейчас 10300. Я, по-моему, продал на 6000. Где-то примерно на 6000 я продал. Так, капкан. Гена, подожди. Ген, с тобой потом. Капкан обязательно берем. Надо взять бутылочку водки на всякий случай. Я просто не помню, есть у меня там, нету. Масло на всякий случай возьму парочку. Пока все, наверное. Пока все. Что по соляру там, я доеду обратно-то? А, кабана. Кабана чуть не оставил. Поднять. Поднять. Его даже можно вот так, смотрите, ребята, вот так вот. Опа! И все. Так, садись давай. Поехал вот так вот на охоту, да? Целую телегу настрелял животины. Местные вообще просто обзавидуются. Скажешь, ничего себе, вот это он дает. Вот надо на медведя-то с чем ходить. Ездить надо на тракторе за медведем. Приехал вот сюда, да? Медведи-то все известны где. Туда приехал на тракторе. И все, и нормально. Положил его в прицеп. И пускай лежит, не надо тащить.
Так, заехал я пока домой. Я знаю, что хочу. Я сейчас вот это собираем, во-первых, капусточку, да? А это будет у нас завтра, да. 8 капусты. Трактор, я сейчас, ну сейчас уже 3 часа дня, пока то все, пока доеду, уже опять по темноте возвращаться. Я сейчас трактор ставлю сюда. Сюда ставлю. Главное, картошку не помять. Все, вот так стоит, нормально, нормально. Во-первых, кабанчика, иди сюда, забираем. Нужно разделать его. Отлично, мясо есть. Мясо кабана есть. А что у меня при себе тут? У меня капкан. Можно, в принципе, сейчас как раз сходить, зарядить еще капкан и проверить. Капусту, варенье. Все лишнее нужно будет выкинуть. Шкуру пока можно сюда. Да, вот так. Попить надо. И пока не стемнело, давайте сходим, я заряжу капканы там. По полной уже так. И четвертый поставим, четвертый капкан поставим. Так, если что, хлеб какой-нибудь заряжу туда, да и все. Или у меня, кстати, яблоко есть, капуста есть. Нормально. Мясо лишнее нужно вытащить. Мясо нужно убрать. И, кстати, взять с улицы светильник на всякий случай, потому что он может мне понадобиться. Если сейчас там стемнеет. Все, идем. Сколько у меня? 33. Ладно, идем. Так, здесь поставлю еще один капкан. Вот здесь, прямо на видном месте. Заряжаем. Так, и положим туда. Ну-ка. А капусту вот нельзя положить. Капусту нет. Ну давайте яблоко. Яблоко. Кстати, грибы соберем. Они понадобятся потом в капканы как раз. Для приманочки. Так, проверяю. Нормально. Здесь нормально. И где-то здесь четвертый был. Капкан, вот он нормальный. Так, здесь вообще приманка есть, я просто не помню. Да, яблоко лежит. Ну и все, в принципе, нормально. Кстати, мусор давайте соберем. Сейчас уже стемнеет, уже все. Что там по весу? Ну, давайте это тоже заберу отсюда. Грибочки, грибочки. Я забираю. Шифер, да, тут 5 кусков шифера. Ладно, оставляем. Я все равно это не унесу. Возвращаемся. Я только сейчас вспомнил, я на рынке не купил корм. Забыл купить корм. В принципе, я сейчас не буду выходить там уже. Хлам. А хлам мне нужно. А, я же на рынок сейчас не еду. Мне же с утра ехать к этому. К Федору. За яблоками. И за самогоном. А, у меня, кстати, вот еще я и забыл. Тут же и два мешка с яйцами стоят. Блин, да. Но бывает, забыть можно запросто. Тут столько всего, надо иногда успеть, что запросто можно забыть. Так, выкладываем. Это пока грибы тоже, чтобы не таскать это с собой, малину. Тоже сюда. Водка. Водка у меня. А, две бутылки. Две бутылки. Кстати, я так мясо и не поел. Надо рыбки еще приготовить. В принципе. И
яиц сварить. Все, а утром уже едем к Федору. Поеду, яблоки соберу, во-первых. У него надо будет еще яблоки собрать и самогонный аппарат забрать. Просто я не знаю, сколько они яблоки весят, не помню. Сейчас увидим, может быть, я и не на тракторе поеду. Соберу сначала у себя с утра яблоки и посмотрим, сколько они по весу. Все, вот так. Время 9 вечера. Идем спать. До 7. До 7 утра. С утра надо будет еще картошку собрать. Там 5 штук этих картошин. Как раз октябрь месяц. Можно еще собирать урожай. Во. С утреца позавтракать. Сейчас еще водички попьем. Есть такое дело. А, смотрим урожай. Он должен, по идее, уже быть. Да? 5 картошин. Обалдеть. 25 картошин. Сразу давайте это. Дадим поесть этому нашему шарику. Пускай картошечек свежий покушает. Что? Давай, бери. Во. Все 25 пускай. Пускай все 25. Кстати, по поводу... У кур надо собрать тоже. Собери своих. Ага. Задание я выполнил. Нужно теперь в магазинах отнести. Да, 22 яйца. Так. Туман какой-то. Собираем яблоки. И я заодно посмотрю, что по весу. Нужен мне будет вообще трактор, чтобы лишний раз тоже не ехать. Хотя я не знаю, сколько сам этот весит, самогонный аппарат-то. Яблоки я продавать не буду, потому что они пойдут на самогон. Так. Сколько? 120. Еще с двух яблонь я точно не собрал. Вот. И еще где-то, ага. И вот это. Ну, в принципе-то немало они весят. Да, я могу и не дотащить, если я пойду без трактора. Я могу и не дотащить, потому что там же самогонный аппарат. А сколько он весит, я не знаю. Поэтому я сейчас прямо загружу. Не, яблоки, что я с собой таскаю? Яблоки я должен здесь оставить, потому что они пойдут на самогон. Они будут здесь находиться. Вот так. Яйца, ну... Сколько они там весят-то? Много? 5 килограмм? Все, ладно, едем. Прямо жесть, что-то стемнело так. Хотя время 9 утра, что-то как-то темно. Топливо. Давайте на всякий случай я залью топливо. Потому что непонятно, сколько там. Хватит, не хватит. Десяточку возьму. Даже 9, по-моему, хватит. Я там, по-моему, сжег в тот раз 9 литров или 10. Все, едем за самогонным аппаратом покупать и яблоки соберем заодно. Так, подъезжаю, объехал я через поля, потому что... Так, тут нормально. Тихо. Самое главное, вот здесь никуда не врезаться, иначе все, трындец. Глушим.
Федя, привет. Так, что у тебя там делает этот? Погоди-ка, а не здесь, не у нее, вот не у него, точнее, а у нее. Почему у нее? Почему не он торгует? Так, 1000 стоит. Берем. А один, конечно, зачем мне? Зачем мне три? Сейчас бы три штуки, 10 килограммов. Все, спасибочки. Спасибочки. Ничего, что я яблок соберу, ладно. Вы теперь мне всегда должны будете за то, что они тут махинациями занимались. Помните, да, когда я хотел, покупал детали у них, да, для трактора, то они мне просто так не продавали. Они меня заставляли, по сути, купить у них водку, потом эту водку у меня, по сути, отбирали. То есть, такой махинацией они тут занимались. Теперь они, каждый год мне яблоками будут расплачиваться. Так, собрать, собрать, собрать. Я сейчас по прямой потом проеду, да и все через их участок. И также полями доеду. Через, по дороге, через лес ехать не хочу там, потому что бревна всякие валяются, и можно спокойно сломать трактор. Так, сколько? 140. Какое-то дерево я еще не обобрал. Какое? Вот это. Оп. Ну, нормально бегается. Вот я при тебе сейчас яблоки прямо... Он-то думает, я просто сходил, яблоко сорвал одно, да, и ничего. Нет, парень, смотри. Вот прямо при тебе... Погоди, погоди. Унеси. Во, прямо при тебе. Видел? Это все твои яблоки. Вот так вот, чтоб ты знал. Поехали. Счастливо. Семейка. Вторая. И все, мы сейчас уже на своей ферме, по сути. Да, я смогу заехать через эти ворота, которые здесь у меня с этой стороны, через которые я плуг тащил. Во, кстати, смотрите, пока я тут, тут же это... Тут же хлам. Давайте хлам соберем, да и все. Я просто загружу сейчас его. Стой. Стой. Пока я здесь-то, надо собрать его просто, да и все. Сколько сейчас времени? Надо посмотреть. Обед, наверное, уже. Да, обед. Ух, ребята, я тут хламу собрал. И то еще тут на целый прицеп будет, наверное, хламу. Я и так нагрузил. Плюс у меня при себе еще... Жесть. Едем, ладно, время-то уже... Уже сейчас осень же у нас, и темнеет довольно-таки быстро на самом деле. Так, скорость, что-то я это... Уж больно резко так еду. Надо сбавить скорость. Во. Стой, во, нормально. Как раз с этой стороны и зайду. Блин, я даже идти не могу. Давайте не буду я прямо тут это... Куда-то далеко тащить. Хлам пока тут положу. Он никуда уже не денется. Калиточку мы закроем. Все, да, я прямо здесь сзади сарай да разгружусь. Я все равно хотел сюда поставить самогонный аппарат. Я смогу его поставить, а здесь разместить. Во. Так. Если я его вот здесь поставлю. Я же его поставил. Да? Так, стоп. Блин. Или так его можно поставить. Как лучше? А вот с этой стороны, хотя, да. Зачем его крутить? Вот так и будет. С этой стороны. Только нужно это. Поближе к стенке поставить. Вот так. Используй. Что туда нужно положить? Дрова, вода и... А, и пустые бутылки, да, нужно, наверное. Ну, по крайней мере, я его купил.
Поэтому яблоки есть. Я надеюсь, они пойдут или нет. Так, ну, во-первых, нужно вот это все убрать отсюда. Они загораживают мешки с яблоками. Да что ж такое-то? Можно прямо вот здесь пока сложить это все дело. Никуда она не денется. Тоже сюда. Перетаскиваем. Да, многовато. Пускай. И теперь все яблоки. Все яблоки. Поставим пока здесь. Вот так. Ну там осталось... Что осталось-то? А, кстати, еще один мешок. Еще один мешок. А это с чем? Подожди-ка, а это с чем? Тоже с яблоками. Вот так. Все, нормально. Телегу потом разгружу. Нужно будет потом дров натаскать, воды, там бутылок, наверное, надо будет купить. Ну и все остальное. Главное, купил, принес, урожай собран. Как-то так. Ну что, ребят, на этом все. Вот такая была серия. Всем, кто смотрел, спасибо. Всем удачи. Всем пока.